практику реализации государственного социального заказа, а также законодательные аспекты этой экономико-правовой формы реализации планов и программ обсудили сегодня в городе над Бугом. Закон Республики Беларусь о социальном обслуживании определяет государственный социальный заказ как механизм привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для выполнения социальных услуг, оказания социальных услуг и реализации социальных проектов. Для того, чтобы расширить перечень социальных услуг для населения. Кто является заказчиком и исполнителем? Заказчиком являются местные органы власти, исполнительные и распорядительные органы власти, да, которые, в общем-то, и изучают вот этот перечень необходимых социальных услуг, вот, размещают этот заказ и контролируют его выполнение. Исполнителями являемся мы общественные организации, не государственные, не коммерческие организации. Мероприятие состоялось на базе областной организации «Товарищество инвалидов по зрению». Место выбрано не случайно. Члены БелТИС есть в числе тех, кто оказывает социальные услуги в рамках госзаказа. Первая у нас услуга была сопровождаемое трудоустройство. Она продолжается и до сих пор. Вот, в общем-то, смысл в том, что мы на наше предприятие «Вертекс Брест» трудоустроили инвалида по зрению первой группы, практически тотально слепого человека. И в качестве сопровождающего его на работу и на рабочем месте инструктором в нашу областную организацию был трудоустроен инвалид второй группы. Вот. И, в общем-то, человек один обучался, получал заработную плату на предприятии, второй получал заработную плату у нас в организации. Эти деньги нам восстанавливал местный бюджет. Члены товарищества в основном выполняют услуги, которые связаны с помощью инвалидам по зрению. Однако, если говорить в целом, то проекты государственного социального заказа направления могут иметь самые разнообразные. Услуги очень разные, потому что общественные организации разные, люди разные, разные проблемы возникают. Одни решают проблемы наркопотребителей, там одни услуги. Да. У инвалидов даже вот такая группа, как инвалиды, они тоже разнообразные. Да. Там колясочники, зрение, там, или как хоспис, безнадежно больные дети. Да. То есть разные проблемы, и, соответственно, нужны разные услуги, и общественные организации находят такие ответы. Государственный социальный заказ как форма реализации планов и программ функционирует в Беларуси уже четвертый год. За этот период удалось увеличить количество контрактов на предоставление услуг в 2 раза. В Брестской области в настоящее время их 9. В процесс активно включены 4 района и 3 города. Однако это еще не предел возможностей. Помочь использовать потенциал максимально должны изменения, внесенные в закон о социальном обслуживании населения, которые вступят в силу в конце декабря. Нововведения должны упростить и урегулировать алгоритм выполнения государственного социального заказа, сделать его проще, понятнее и динамичнее.